Здравствуйте. Сегодня я вам покажу, как зайти в BIOS на ноутбуке Lenovo. J5030. Для того, чтобы войти в BIOS, нам нужно нажать и удерживать кнопочку возле питания. Вот она маленькая такая. Нажимаем и удерживаем до появления экрана белого. Вот. Теперь нужно выбрать с помощью клавиатуры, например, BIOS Setup. Вот. Все, что нужно было сделать, это нажать маленькую кнопочку, и мы попадаем в BIOS этого ноутбука. Сейчас мне нужно изменить параметры USB режима. Так что я захожу на этот параметр и USB 2.0 выбираю. Мне нужно сейчас такой режим. Чтобы сохранить, нажимайте Fn и F10. Вот запрос на сохранение изменений. Yes. Все. Вот так мы входим на BIOS.